К сожалению, у нас нет целостной, продуманной программы разруливания ситуации с трудовыми мигрантами. С одной стороны, есть определенная экономическая необходимость, связанная с требованиями нашей демографической ситуации, которая очень жесткая, очень жесткая. У нас просто физически резко снижается количество молодых людей в работоспособном возрасте. Следовательно, нам нужны мигранты. С другой стороны, чисто политическая ситуация требует предельной осторожности в этом вопросе, потому что к нам приезжают люди другой культуры, другой религии, другого языка. Их присутствие в нашей этнокультурной среде вызывает у значительной части нашего населения раздражение. Вот это все нужно учитывать. С одной стороны, экономическая необходимость, причем просчитанная необходимость. С другой стороны, необходимость очень чутко улавливать настроение наших людей. Вот все это вместе сложить, смешать, сделать из этого определенные выводы и родить определенную действенную программу очень сложно. На данный момент она отсутствует. Следовательно, можно сделать вывод, что вот это напряжение, связанное с миграцией, связанное с национальной проблематикой, будет нарастать.